Всем привет! И в этом видео я бы хотел сделать обзор на свою самоделку по Умбаре. Что ж, давайте рассмотрим ее. Вот здесь я, как видите, решил сделать всякие цветочки, растения такие, которые были на Умбаре. Там странные какие-то были. Ну, планета неизвестная для нас, понятное дело. Вот. И там были всякие такие красные, зеленые штучки. Это камушки, может, какие-то, но это совсем не важно. На Умбаре поверхность черная с фиолетовым смешана. В основном черная. Вот. Три мини-фигурки, как вы видите. Это клон 501 легиона 2013 года. Так, не помню, как он стоял. Вот так пусть будет. Это Рекс с Алиэкспресса. И Умбаранец. Либо 2013-го. Хотя не, вроде бы они только в 2013-м выходили. Вот, оригинал, кстати. Это раритетная мини-фигурка. Вот. Но она не реже оригинального Рекса. Как видите, Умбаранец убил клона 501, но он сейчас умрет, потому что, как видите, Рекс уже готов стрельнуть в него. Ну, снизу вот такое. Но это не важно, это не видно вообще. Я прицеплял такие боковые детальки на такие техник. Здесь. Ну и, как вы поняли, везде. Это совсем маленькая, как видите, самоделка. Именно по местностям всяким. То это у меня самая маленькая, которую я делал. Но, в принципе, тут мини-фигурок мало. Я бы мог сделать больше. У меня клонов 501 достаточно. У меня их в коллекции больше всех. Но у меня Умбаранец только один, к сожалению. Я бы хотел себе где-то под 10 оригинальных. И для меня это очень важно, чтобы они были оригинальные, потому что, ну, это у меня любимая, как бы так сказать, боевая единица в альянсе сепаратистов. Вот. Было бы у меня хотя бы 2-3, была бы самоделка не вот такая, а где-то такая. Но, в принципе, и этого достаточно. Я все равно их разбираю через время. Вот. Ну, в принципе, тут говорить больше нечего. Использовано здесь около 200 деталей. Может, капельку меньше. Вот. Тут просто очень много маленьких. Но меньше, чем на Мандалоре. Как, ну, мой предыдущий мог. В принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вы хотите, если видео этого заслуживает. Если у вас есть желание, можете поддержать меня подпиской. И если вы хотите, вы можете написать комментарий для продвижения этого видео. Всем удачи и всем пока.